Внимание и поддержка, забота и сочувствие, а еще желание помочь. Не словом, а делом. Офицеры Следственного комитета России хорошо знают о трудном бремени, которое сейчас несут жители Донбасса. Особенно те, кто волею судьбы оказались оторванными от родной земли и вынуждены пережидать ненастное время в России. Именно поэтому сотрудники ведомства готовы каждый день встречаться с людьми, эвакуированными в российские регионы. Это Ростовская область. Здесь приезжих женщин, стариков и детей принимают особенно тепло. Для гостей организовали концерты, которые подготовили сотрудники культурного центра Следственного комитета, областного следственного управления и студенты Ростовского института филиала Всероссийского госуниверситета юстиции Российской правовой академии Минюста России и приглашенные артисты. С песнями, танцами, стихами, подарками для самых маленьких, а главное, с хорошим настроением. Пришлось оставить свои дома и квартиры. Многие из них оказались на грани жизни и смерти, но, к счастью, были эвакуированы, а значит, спасены. Они окружены вниманием, заботой и теплотой, которые помогают хотя бы на время забыть о пережитом горе и страхе. А значит, и надежда на светлое будущее по-прежнему живет в их сердцах. Мой компас земной, а удача награда за смело. Если вспомнить историю, еще около века назад были созданы агитационные бригады, которые во время Великой Отечественной войны становились фронтовыми. И это была большая поддержка для наших солдат. Так и мы решили приехать и поддержать людей, попавших в трудную ситуацию. Мы, конечно же, вспомнили песни о самом главном – доброте, вере и надежде. А для нас самым ценным были улыбки и благодарности. Огромное вам всем спасибо! Просто огромнейшее! То, что вы для нас все делаете, вы даже не можете себе представить, как это все нас поддерживает. Всем вам спасибо!